Премьер-министр Италии Марио Драги подал в четверг президенту страны Серджио Маттарелле новое прошение об отставке. Выступая утром в Нижней палате парламента, он попросил прервать заседание и сообщил, что отправляется к главе государства. Президент принял прошение к сведению и поручил правительству выполнять текущие обязанности. Накануне Сенат выразил премьеру доверие, но с минимальным числом голосов. В голосовании приняли участие менее половины сенаторов при отказе от участия сразу трех партий – «Движение пяти звезд», «Вперед Италия» и «Лига», входящих в правящую коалицию. На прошлой неделе Драги уже подал в отставку, но она была отклонена президентом, поскольку формально правительство не утрачивало поддержку парламентского большинства. К нынешнему кризису власти привел отказ одной из правящих партий – «Движение пяти звезд» от голосования по законопроекту о компенсациях гражданам за инфляцию, положение которого не устраивали ее представителей.